Всем привет. В общем, сейчас, видите, у нас тут немножечко все подросло, облепилось. Там он второй стоит. На нем уже тоже ходовые испытания производились. Это вот этот у нас. Сейчас что я делал? Втулки сделал в колеса. Вытянул колеса. Крылья сейчас буду пластинки вот здесь делать, чтобы укрепить их, потому что глина налипнет, скорее всего, будет отгибать его. Так, все тоже заводится. Все крутится, вертится. Здесь 45-я звезда, там 49-я. 49-я по динамике мне чуть-чуть побольше понравилось. Сейчас еще буду сидушечки делать. Такой агрегат. Подножки остались. Короче, мелочевка. Выхлоп. Сделал я крепление тут сиденья. Сейчас вон делаю улучшайзинг переднего крыла. Сейчас будет пока остывать. Еще надо багажные поперечины вот сюда. Либо вот так, либо так как-то чуть-чуть вварить. Фу, ну и все, прикрепи это переднего фонаря. Крепление тоже приварить. И в целом один у меня полностью собранный, теперь будет разобранный, покраски там все дела, подножку вон такую, жик, самодельную сегодня сделал, бомба-ракета, пушка-гонка. В общем, как-то так. Багажнички у меня вон новенькие, полегче. Последний был 74, я думаю, этот в районе 70 килограмм будет. Ограничители никакие не убирал, пока обкаточку не пройду. Наверное, и не буду пока. А надо будет, сами уберу. Так что вот такой агрегат. С вторым, конечно, тут я на нем первым, конечно, выехал, но делов тут еще осталось побольше. У него что, крепление седла. Он еще не обваренный, тот почти весь обваренный. Здесь 49-я звездочка. Подхват у него, конечно, бодрее гораздо. Так, в целом тоже почти завершен. Тут тоже сиденье осталось. Поперечинки. Багажник спереди. Боковую подножку. Ну и все, обваривать, докрасить, все это зачищать. Вот такие дела. Оглушитель еще. Здесь я уже вам снимал, показывал. Здесь сделал глушитель. Стандартное крепление, стандартный глушитель. Все на месте. Дальше будем рыбинкой заниматься. Чик-чик. Чик-чик. Вот моторчик от нее. Мотор я завел. Запустил. В общем, у него есть тут некие проблемки. Я думаю, видно прекрасно, что коленвал лопнул. Это его основная проблемка. Так что вот. Буду дальше крутить, вертеть. Все, вот сидушечек на месте. Вот так все будет. Все жестко. Красота. В общем, вот такие передние крылья у меня. Крепление, все жестко. Эти все подрежутся, конечно, болтики, либо заменятся. В общем, так вот как-то.
Чик. Поехал, сейчас прокатился немножечко. Испытания небольшие. Так, все, концепция закончена. Фара будет вот здесь одна. Под багажничком светить. Разборка, зачистка, покраска. После того, как второй сделаешь, чтобы вместе все делать. Открашивать. В общем, вот второй выхлоп будет готов. Прихватил на прихватчик на обварку. Сейчас видео не включайте, включу вам, маленько катнусь. Покажу. Все, погнали. Ну вот, тут он спрашивал, на что они способны. И, господа, еще моментчик. Это 45-я звезда. Аж запыхался маленько. Это 45-я. Вот это 49-я. Подхват у нее еще больше, еще резче. Так что вот, такие вариаторы.